Всем привет, это Эмоди Челлендж, и сейчас мы попытаемся угадать книги по смайликам. Поехали. Собака и ухо. Ну, можно логически порассуждать. Собака, если где ухо есть. Везде. Я забыл. Блин, это... Собачий слух. Белый бим, черное ухо. Я вообще ничего не понимаю. Девушка, паровоз, любовь, беременность. Давай. Где она под поезд бросилась? Это как? Анна Каренина это была, да? Ты понял, да? Одновременно, да? Давай. Хатико. Хатико, да. Тогда блин. Кому зачитаем? Не Хатико, а блин. А это книга вообще? По-моему, это фильм же был. Я забыл. Это лиса или что, собака? Собака и сердце. Собачье сердце. Да? По логике ты отвечаешь? Ну так, рассуждаю. Властелин колец. Как надо сложить их? Это бокал или вино? Вино. Вино и цветок. Винный цветок. Есть такое произведение какое-нибудь? Нету? Блин, вообще без понятия. Вино из одуванчиков? Знаменитая книга. Ее же написал... Кто ее написал? Сам. Так, дом, солнце и животные. Там живот, это может какие-то бременские музыканты? Нет, это... Да я просто накидываю варианты, потому что я не знаю. Это где дом сгорел у них? Нет? Это нет. Солнце или заход солнца? Рассвет. Без разницы. Свинья. Хорошо. А животные, это, они там присутствуют в этом произведении? Нет, просто я нарисовал. Свинья, козел, собака, петух. Дом и солнце. Лошадь, кабан. Да, давай далее. Вот под это все подходит. Может это Стёпа какой-нибудь, не знаю, буду накидывать вариант, потому что они не полицейские. Полицейские девочки. Полицейские с Рублевки, нет. Пушкин. Капитанская дочка. Младенец. Король, корона и роза. Маленький принц. Я так книжку читал. Тройняшки. Лодка. Вот это что? Это спутник? Не, лодка это. Байдарка, да? Трое в лодке, не считая собаки. А лодка такая есть? Я не знаю, что это. Близнецы. Нет, близняшки. Это не похоже на близнецов. Блин, а что это такое вообще? Ну, два пацана за руки держатся. Это уже не очень. Может, давай пропустим? А где там отца? Вот два пацана. Они за ручку держатся. Два отца. И два дети. А ну? Два дети. Картина человека. Усаты. Усы там, думаешь, нужны? Подсказку. Не надо подсказку. Не надо подсказку. Заставка Windows. И это. И тип. Подсказку можно? Что, нет, не говори. Давай тогда рассуждаем логически. Картина. Правильно? Это одно слово. Второе. Человек. Он, видишь, он в смокинге. Джентльмен. Джентльмен. Что, Сусанин? Сусанин? Какой-нибудь. Меч. Это птица. Снегирь какой-то. Что за эмоджи? Эмоджи. 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 Давай подогрубим. Давай. Ну потом. После. Так. Ну это меч. А это голубь. Да это голубь? Да вообще. Или просто птица. Голубая птица. Нет? Не голубая птица.
А, мечная. Да вы хоть там подсказки же написали бы. Иди тупой, что ли? Да уж. Убить. Била. 100%. Убить и три типа. Ну смотри. Ну давай говори. Ну они просто, видишь, как стоят? Это Дарьял? Как три мушкетера. Три мушкетера? Ну давай. Ну ты угадал, да? 0,5, тебе 0,5, мне нормально. Давай, да. Снова 1 сентября, понял? Может быть... Нет, а я не знаю. Да, переверну. И снова третье. Это, блин... Ты, зачем ты меня сбил? Я вот сейчас песню начал. Первый день календаря есть такая книга? А просто? Нет? 100% календарь? 100 расписания или календарь? Первое место. Да? И один. Не скачи на лошади, парень. Русская или зарубежная? Опять американская? Песня такая есть еще. Американская просто не читаю. Да, я тоже. Да, я такая же тема. Все. Дальше. Задний без головы. Нет головы. Да блин. Блин, ну как так? Да все же там написано, мы в натуре ограниченные. Почини бокал. Ну что, ключ. Ключ к сердцу мужчины через алкоголь. Ну куда? Вы специально самое сложное подбирали. Это не самое сложное. Самое легкое? Тут, вот парень тут говорит, я 90% не читал. 90% отгадал, да? Ну, давай дальше. Там все. Одно из самых известных произведений на русском языке. Кто написал? Булгаков. Мастер и Маргарита? Ай! А, это коктейль Маргарита! Да ну! Давай закончим на ничьей. Победила дружба.